Итак, ребята, всем привет! Наконец-то могу вам это сказать, потому что мы добрались до желанного места. Самое интересное то, что мы вон только вон из той вон лесополосы выехали, и тут сухо, прям, знаете, прям земля полопалась, а там жопа полная. В общем, мы приехали сюда. Почему нас сюда тянет, ребята? Потому что каждый выход у нас получается здесь вкусняшки. Постоянно. Такого не было, чтобы мы уезжали, и находки здесь были отвратительные. Всегда находки здесь шикарные. И сейчас я вам продемонстрирую предыдущие копы, находки, изюминки шикарные, которые мы здесь сделали мной или же моими комрадами.